как его лучший результат, который вот в настоящий момент и приносит ему это 10-е место. А Рассет ошибается на торможении в повороте мировой, задним ходом выбирается. Будем надеяться, что он не помешает никому, потому что на самом деле расстояние между казино и Мирабо очень и очень короткое. Обратите внимание, лоскуты и резина просто, переднее левое колесо. Да, действительно, очень сильно перетормозил Рикардо в этом месте. Но, по крайней мере, пока вот эта попытка войти обратно в 107% не увенчалась успехом, Сергей. Да. Но время еще все-таки есть. Квадратные колеса уже стали.